Территория под застройку уже размечена. Куча строительного песка окутала молодой каштан. Жители посадили дерево 3 года назад. Говорят, стараются на благо общества, но не все поддерживают их планы. А деревья уберут, конечно. Это же будут убирать, представьте, вплотную до каштана. Уже бедный каштан, вот смотрите, он уже листики, видно, корешки начинают задевать, ребята копали. Да и мусор этот кто-то складирует здесь, непонятно кто. Мало того, что после контейнеров жильцы бросают, а теперь тут кто-то наскладировал, и никто не вывозит. А все это возле дома. А нам бы хотелось, чтобы наш дом был в идеальном порядке и в чистоте. Хотя это прилегающая часть, конечно, и не наша. Но нам хотелось, чтобы и вокруг дома было чисто. Людей возмущает возможное соседство хлебобулочных изделий с мусорными контейнерами и то, что будущий магазин может усугубить и без того плохую видимость на дорогу. Я когда выезжаю со двора, мне из-за мусорника уже вот эта сторона перекрыта для обзора. А если станет магазин, то вообще видимости не будет. Либо той стороной выезжать гораздо неудобнее, там дорога вообще разбитая. Вот этот самый лучший. На велосипеде я выезжаю, то же самое на работу. И то же самое из-за мусорника, я не вижу машины. Мы думали, это будет площадка именно коммунальная для мусорников. Поэтому ждали чудо, думаю, вот построят площадку, а тут сюрприз, оказывается, здесь будет уже магазин, а не площадка. Понимаем, что это не наша земля, мы все это понимаем, знаем эти законы. Вот. Но не до такой же степени, что где стоят мусорные контейнера, куда уберутся. Люди возмущены, если поставят под окна людям, опять не открыть окна, не проветрить квартиру, ничего. Хлеб все любят, булочки все любят, но не на этом месте. За информацией мы обратились в службу по делам архитектурного кадастра и земельных отношений. По телефону нам сообщили, что строительные работы приостановлены. С чем это связано и где же все-таки будут устанавливать ларек, нам обещали рассказать позднее. Катерина Севастьянова, Марина Михайлова, Юлия Чечулина. Новости телеканала «Луч».